Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в Центре семейного творчества «Лотос». Меня зовут Екатерина Дакшева. Сегодня наш мастер-класс посвящен весне. Прилетели птицы снова в теплую нашу страну, и мы для них сделаем сегодня с вами такой игрушечный декоративный скворечник. Для этого нам понадобится гафрокартон, вот такая заготовка, сейчас я о ней расскажу. Кусочки гафрокартона, вот такие отрезанные ленточки. Далее нам нужна ленточка, перья, такая бечевка, веревочка, ножницы, резак, клей. Мелки сегодня мы будем использовать с вами. И сейчас приступим к изготовлению нашего скворечника. Для начала я хочу вам рассказать о картонной заготовке. Я сделала вот такой прямоугольник. Сейчас мы завернем. Сделала такой прямоугольник с ребрами надрезанными, вот такими. У меня получается, ну, такая коробочка, похожая на коробочку, да? Вы можете использовать форму квадрата, либо прямоугольника, неважно, какую вам понравится. И также я вырезала для удобства вот два таких хвостика, которые у меня тоже складываются. Это я сделала для того, чтобы поделка у нас была более чистая, более такая ровненькая и аккуратная. Итак, мы начнем сейчас с того, что сделаем такое отверстие для наших птичек воображаемых. Мы рисуем кружочек с вами в середине нашего прямоугольника. Приблизительно вот такого размера. И далее мы берем с вами резак. Вы можете использовать ножницы, если вам будет удобно так работать. И мы его вырезаем. Мы делаем вот такое отверстие. У нас получается здесь прямо в серединке вот такой кружочек. И сейчас мы с вами нашу заготовку будем соединять. Это мы будем делать вот как. С помощью шила такого остренького я сделала тоже два отверстия. С этой стороны и с этой. Соединять мы будем для удобства вот такими строительными хомутами. Вы можете их в строительном магазине приобрести, это очень удобно. В работе с детьми также полезно поразвивать ручки. Соединяем мы с вами наше отверстие и закрепляем хомутиком. Детям эта процедура очень нравится, поэтому будет отдельной игрой для них. Затягиваем, и то же самое мы делаем с другой стороны. И лишние вот эти хвостики я отрежу ножницами. Один и второй. Итак, у нас с вами получается вот такой прямоугольник с отверстием в середине. Ну и мы сейчас с вами также закрепим с помощью хомутов верх и низ нашего скворечника. Мы с вами здесь делаем отверстие, ну, приблизительно в серединке. И на этом же уровне, в серединочке, прокалываем, делаем дырочку здесь. И точно так же соединяем. Здесь, может быть, для детей будет немного сложно такое задание. Конечно же, потребуется помощь взрослых. Так, мы с вами продеваем и затягиваем. Затянуть нужно потуже, чтобы поделка у нас не двигалась. И то же самое делаем с другой стороны. Также делаем дырочку здесь и посерединке. Берем хомут и соединяем. Отрезаем краешки, ненужные нам. Так. И у нас с вами получается вот такой вот прямоугольник с отверстием в серединке. Это будет наш скворечник, и мы сейчас с вами его немножечко украсим, чтобы он был чуть-чуть повеселее, такой поинтереснее. Вы можете использовать различные материалы здесь. Может быть, его просто разукрасите, или наклеите какую-то, сделайте аппликацию с помощью цветной бумаги, или также картона. Я буду использовать мой картон, вот такие ленточки нарезанные. Я сняла верхнюю часть с картона, и у меня получилась вот такая ребристая полосочка. Я буду украшать наш скворечник только с той стороны, вот где у нас отверстие, то есть с фронтальной вот этой, потому что мы его можем повесить к стенке, и сзади будет ничего не видно. Вы, конечно, если захотите, можете украсить и по всем четырем сторонам. Я отрезаю нужное мне количество этой ленточки сюда и сюда, вверх и вниз. Берем
обычный клей-карандаш и намазываем, естественно, гладкую поверхность, чтобы ничего не отклеилось. Одну часть я приклеиваю. Немножечко прижмем, несколько секунд подождем. И также я наклеиваю вторую ленточку. И приклеиваю ее с другой стороны. Прижимаем руками. Так, вот это наша картопочка с вами приклеилась. И вот с этими украшениями я пока остановлюсь, потому что сейчас мы еще с вами будем делать такую подставочку для наших птичек. Потому что, чтобы они как будто бы запрыгнули в нашу кормушку, нам нужна подставка для них. Я использую обычный кусочек, вот такой прямоугольный либо квадратный, из гафрокартона. И сделаю на нем в серединочке вот такой надрез. У меня просто такой прямоугольник. И в середине я надрезаю полосочку. Делаю я это не до конца, чтобы у меня получился вот такой вот, такая ступенечка. Мы намазываем с вами одну из этих сторон. Намазываем клеем. Хорошенечко, чтобы ничего у нас не отклеилось. Приклеиваем мы ее вот сюда. Такая у нас получается как будто бы ступенька для птичек. Так как у нас поделка с вами симметричная, поэтому неважно, вы можете сами выбрать, где у вас будет низ, где верх. Так, как следует прижмем, вот так, вот таким образом. Вы можете отверстие использовать вот в качестве как раз удобного такого положения для того, чтобы закрепить руками картон. У нас с вами получилась вот такая ступенька для птичек. И дальше мы еще немножечко украсим нашу поделку. Итак, для этого нам понадобится с вами... Вот такое украшение я сделала из лент, веревочек и бусинок. И сейчас я его просто хочу прикрепить вот сюда, к низу нашей, к нашей поделке. Мне нужна будет тонкая полосочка. Мы ее с вами намажем. Намазать надо очень хорошо, чтобы лента приклеилась к картону. И вот приблизительно серединку мы с вами накладываем. И я приклеиваю вот это наше украшение к дну нашей поделочки. Можно перевернуть, посмотреть, чтобы она была более или менее у нас в серединке. Вот у нас с вами получается вот такая вот красота здесь, да, она может быть даже немножечко звенит. И дальше мы продолжим с вами заниматься верхней частью нашего скворечника. Итак, для этого нам нужен тоже картон. Сейчас пока что мы убираем нашу поделочку, она у нас будет сохнуть. Для этого картон нам нужен... ширина этого картона у меня совпадает с шириной поделки сбоку. То есть здесь у меня было 10 сантиметров. Я линейку измерила, и точно такую же ленту длинную я вырезаю из картона. Я ее также резаком надрезала посередине и сделала два вот таких вот, две таких картонки. Вот эти детали я буду прикреплять к верху своей поделочки. У меня будет крыша, будет она выглядеть вот так. Вы можете создать какую-то свою форму, если вы захотите и придумаете. И мы с вами сейчас должны намазать клеем очень хорошо вот эти две частички, чтобы приклеить их к скворечнику. С помощью клея намазываем детали. Здесь потребуется, если вы с ребенком делаете, такая сила, чтобы понажимать на клей, закрасить как следует все детали, необходимые для нас. Теперь мы с вами будем приклеивать наши детальки. С помощью вот шила я уберу вот эти хвостики, продавлю их вот так вниз, вглубь, точнее, нашего скворечника, чтобы они не мешали мне приклеивать. И я приклеиваю к нашему домику вот такую крышу с одной стороны и с другой, справа и слева. Я крышу оставлю вот в такой форме. Я не буду закрывать вот эти части, фронтальную и заднюю. Если вы хотите, вы можете также вырезать два треугольника и приклеить их к нашей поделочке. Я хочу оставить ее так, чтобы она у нас была более такая воздушная. Итак, мы с вами оставляем крышу
И сейчас я хочу немножечко еще украсить нашу поделку с помощью мелков, чтобы она была более такая радужная, более весенняя и яркая. Вы можете использовать карандаши, краски, фломастеры, любые материалы, которым вам интересно работать. У меня будут такие пастельные мелки. Они очень мягкие, и ими удобно работать, опять же, с детьми, потому что наносятся они очень легко. Я их подкрашу. Они также очень легко и удобно растушевываются пальцем, либо кистью жесткой. И у меня здесь даже, вот как вы видите, проявляется фактура картона. Если вы не хотите, чтобы да, она вот так вот была явно видна, вы можете немножечко ее закрасить. Мне кажется, она здесь выгодно очень смотрится, поэтому я ее оставлю. Такая, как будто бы наша поделка будет напоминать дерево. Я добавила немножечко желтого цвета, ну и также сбоку чуть-чуть украшу розовым цветом. Растушую пальцем и с этой стороны точно так же сделаю. Я не буду сильно закрашивать нашу поделочку, чтобы она все же выглядела как именно картонная поделка. Поэтому просто немножечко ввела цвета в наш скворечник. Итак, мы с вами сделали вот такой домик. И еще мы его дополним с вами вот такими украшениями. Все-таки у нас в нашем скворечнике живут птички, поэтому перышки здесь могут быть тоже как украшения какие-то. И еще также я нарисовала вот такую птичку, птичку-синичку. Вы можете ее тоже или нарисовать, или, может быть, у вас будет какая-то поделочка. Ей мы также украсим наш скворечник. Мы возьмем наше украшение и просто приклеим на понравившееся нам место на нашем скворечнике. Возьмем клей и намажем птичку. Птичка у нас бумажная, поэтому она легко приклеивается. Но у меня, наверное, будет сидеть где-нибудь вот здесь, рядышком. Ее как следует прижму, чтобы немножечко подождем, чтобы она прилипла. Хвостик у нее будет выглядывать. А она как будто бы заглядывает в наш домик для птиц. Ну и пару перышек. Перышки я все же хочу приклеить вот сюда, на наши вот эти вот висящие украшения, поэтому переверну. И также вы можете их приклеить или привязать. Я их вплету прямо вот в эти ленточки, в эти веревочки. И прижимаю так пальчиком, они никуда у нас не выпрыгнут, никуда не денутся. Итак, вот наша птичка с вами здесь сидит, уже ждет около домика. Прижмем ее. И, в принципе, наша поделка готова. Единственное, что я хочу еще сделать, как раз для того, чтобы были видны наши вот эти висящие украшения, мы сейчас с вами сделаем вот такую веревочку. Я отрежу бечевку небольшой длины. Вы можете использовать также цветную ленту или любую другую веревочку, которая вам нравится. И завязываю узелок вот здесь на краешке, чтобы у нас получилась такая петелька. И у нас получается вот такое украшение, которое вы можете с помощью вот этой веревочки повесить. Может быть, на стену или на какую-то там на вешалку, да, в доме. Вот чтобы она у нас была со всех сторон видна и было видно ее красивое украшение. Мы с вами закончили мастер-класс работать вот над таким прекрасным скворечником. Вы можете, конечно же, его украсить и довести до того варианта, который вам понравится, лично вам. Можете его украсить и крышу, и нарисуйте еще и птиц каких-то. Фантазируйте, придумывайте. Может быть, у вас получится он еще более ярким, красивым и весенним. Я желаю вам творческих успехов. Фантазируйте, придумывайте. Весна за окном, и поэтому такие прекрасные весенние поделки будут очень радовать глаз. Всего доброго, до свидания.